Ага. Четыреста. А такой сколько? Тяжелая, хорошая. Зажигалка почем? И три раза меня обокрали гастарбайтеры. Друзья, всем привет, с вернисажа. Сейчас по традиции возьмем кофейку. Знаете, что хочу попробовать? Тут много этих оружейных магазинов. Вот. Хочу попробовать зайти, дадут они поснимать, нет? Друзья, ну, снимать не дают. Жалко, там, конечно, такие товары прям вообще бомбовые. Ладно, походим по барахолочку. Известный факт. Как только что-то надо, сразу пропадает. Почему? Вчера смотрели, 100 рублей. 100 рублей. Там Южная Америка, просто нужно разворачивать. 100 рублей, да? Сейчас сложно связываться, потому что я тебе говорю, из-за того, что надо купить, любую вещь приносит, сразу говорят, все сложно. По 20 рублей, а ага. 10 по 10. Сразу говорят, все сложно, не глядя. Потому что засыпали эту Германию, и вот чтоб человек разбирался, же их мало. И даже в Германии мне минус привозило, а вот как бы сколько, хотя бы итальянцев, но так. А Нива сколько стоит? 200 рублей. Тяжелая. А? Тяжелая, хорошая. Ну, они, да, хорошая. Хоть и чина, но тяжелая. А УАЗик? Вот эти раз все по 200. А, 200 рублей. Почем зажигалочка? Зажигалка почем? Оксана, ты знаешь, сколько стоит зажигалка? Сейчас он тогда подойдет. А, такая 250 рублей. 250. Да, симпатично. А сережки у вас в какой цену? Какие? Гвоздики? Нет, рядом с жемчугом. А такой сколько? 600 рублей. Тут все советские ищут зажигалки такие. Только они черные, по-моему. Это да? Это шведский. А, шведский? Да. Помню. 8 тысяч. А то не приходит сюда. 400? Эти 300? Это 500? Восток? Ага. А командирские? А, командирские, значит, вот эти 1200 за 1000 могу отдать. А вот эти, это не мои, они сказали по 2000, но за 200 рублей можно купить. То есть Монтана ходит нормально, да? Сколько стоит? Нажимайте на две кнопки направо. Да. Да. Прикольно. Это мы стоит, поэтому нет, всегда нормально. Сколько они стоят? 1000. А мне сказали, дешевле быть нигде не купишь. Ни за что вообще нету Монтаны. Анатолий, конь наступил, он видишь. Алтайский. Они иногда специально ломали, когда клали погребение. Да, да. Это же как жертвенные. И сколько такое? 23. 20. Красавец. Ну тоже бронзы по заморе. Да. Мне говорят, только чистить ничего не надо. Звериный стиль, да? Ну, тоже. 15 тысяч. Ну эти обычные, да? Эти. А вот крысальцы, собачка, сколько стоит? 2500. Вот это тоже с орлом, вот эта книжка-то, зажигалка, или нет? Нет, как у вас там? Нет. Это обычная, да? Да.
просто. Мне кто-то писал, что типа у него обычная была без орла. Да, 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 тоже подходили. Ну это, знаете, вот как круглые, так же, как сапожок. Они распространенные самые, то есть. Ясно. А такая просто без орла сколько стоит? Ну, Откуда я это все взял? Думаете, это я это нашел, что ли, в огороде? Понятно. Все люди принесли. Это сманисты, да, это, наверное, с дырками? Да, откуда угодно, сманисты, с ключей там. Просто так нехера делать. Проделывали. Деревья, да? Да. Кому что в бошку придет, то и делает. Привет, Крис. А полтинники берете там наши, да? Мы все берем. Почем? По-разному. Надо показывать. Ну, если они такие вырифаем. Не, надо показывать. Угу. Так, я. Говорят, одно приносит, другое, оказывается, третье. Здесь сколько живьем? Или могу сказать так, серебряные советские полтинники мы берем от 500 рублей до 1000. В этом диапазоне. Понял. А там, что вы покажете, что это, да? А он, может, есть, может, не играет. Посмотрим. Так я просто забыл. Вот какая итальянка. Ты поупался, самое главное. Только раз пихали, потому что его, то, что он заказал, все. Взял, вчера взял, много плохо, на скандалы, там провоцировал. В общем, такое. Такое. Не понятно. А что мне еще должен? Ну, бог с ним, конечно. Так что как-то уже выкручусь. Сейчас сам поторгую, постою, клиенты еще будут. В общем, я сегодня поработаю. Да, люди хоть есть, у меня как-то просто что-то снимают. А так вообще, сегодня я домой принимать. Может, они сегодня и не закончат, они, скорее всего, завтра будут заканчивать. Пристав, собрать. Ну все, Бога, на связи. Прости меня. Ну, с одежностью перейдет. Ладно. Разберем. Давай. Теперь меня просили. По ценам, да, по ценам скажите. Вот. Что у вас интересует? Вот это сколько было? Сосок это хотите. Сегодня опрощенного вас веселье. Это что за материал? Легкий. Серебро. Серебро легкое? Да, да, легкое. Тампон. Ну, сколько такое будет? Ну, вы купить хотите? Нет, ну может и куплю, если мне подойдет по цене. Там 100 грамм примерно серебра. Где-то 20 тысяч. Сувенирный такой. Под подарок. Что-то придумал. И точно такую щетку за 65 тысяч продают.
Ну, это наш или не наш? Это чай? Наш 875-й пробот. А. Голова рабочего, видишь? Ну да, да. Это довоенка. Блин, крутая вещь. Так бери, господи. Здрасте, бабушка. Как дела у вас? Как сажа дела. Да? Что, продается что-нибудь? Ничего. Ничего, как обычно. Все дешево. Ничего не продается. У меня дело в том, что у меня в 17 году был пожар, и 3 раза меня обокрали гастарбайтеры. Вот. А я подала заявление в милицию, и это висяк. А. Им это неинтересно. Защитят детей войны. Почему вас обокрали-то? Замков нет, что ли? Ой, когда делали ремонт, обокрали. Потом ремонт украли деньги гастарбайтеры, когда очищали квартиру, чтобы ее дезинфицировать. Дом был заражен тараканами. И надо было вещи... Понятно. Вот. И во время пожара тоже они обокрали. Ну, вы сегодня что-нибудь продали хоть? Ну, продала одну вещь, и все. За сколько? 100 рублей. Знаете, вам еще немножко денег. Ой, спасибо. Возьмите. Вам... Я к вам в транспорт ходил, помогал. Огромнейшее вам спасибо. Да, не за что. Такие люди вообще один на 10 тысяч. Да не, на самом деле людей много, даже боятся просто подходить. Вот в чем дело. Просто я специально сегодня пришел посмотреть, как вы тут. У вас товара побольше, да, уже сейчас? Что делать? Мне уже за 80. Ну, тяжело, что да. Что делать? Вот обокрали, сволочи, такие... Ужас. Люди гнусные прямо. Причем мы были в передней, а этот гастарбайтер, ну, буквально в 2 шагах. Но я сама дура. Повесила сумку с деньгами сумку на ручку ванной, буквально в 2 шагах. А он был спиной за бородой. И он себя как проявил? Ужас. Из сумки вытащил не только деньги, но и паспорт. А паспорт отдал мне. Я тут и поняла, что он влез в сумку. Понятно. Вот. А я как раз там деньги припрятала, чтобы квартиру заплатить, понятно, долги отдать, потому что после пожара у меня ремонт... А вы их наняли, чтобы ремонт делали они, да? А? Вы их наняли, чтобы ремонт делали они? Ну, я ремонт делала после пожара. Нет, ну и как бы эти гастарбайтеры, они ремонт у вас делали? Нет, они освобождали... А, выносили все? Кухню освобождали. Понятно. От вещей, чтобы дезинфекция таракана. Понятно. Вот. И тут я и поняла, что он влез в сумку, раз он паспорт отдал мне. Сдуру. Если бы он не отдал, я бы и не знала, что он. Но я подала заявление в милицию. Вот в январе месяце. А сейчас уже март, никакого движения. Понятно. Ладно, буду к вам заходить, если что, помогать буду. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Да нет. А колышки почем? По 300. Ну, которые похуже, подешевле. Получше по 300, похуже, по 200. Это каски с первой, да? Да, Халкин Гол. А, наши даже? Да, одна та со звездой. Получше, это совсем другая. И почем они? Ну, это 1000, а та 7. А звезда? А, во, вижу. Круто. А сами покупаете тоже, да? Ну, да.
как отвертка получается. И это уже как бы не считается. Да? Да. И на трех линейках специально так делают, да, на штиках тоже. Ну, наверное, да. Как бы уже на первую мировую. Первый, пила, да? Пила была спиленная. Угу. А почем? Ну, 5. Прикольно. В таком состоянии это болото, что болото? Нет, это складские. А, это складские? Это утилизация, вот такие, они будут изначально. А, понял. Это ручки изначально. С болота не будет такого, да? С болота такого нет. С болота будет, на последний ремонт, такие. Да. Такие это будут. Ты просто смотришь видео, там вытаскивают, вроде они прям вообще как нулевые. Ну, это должно быть, знаешь, определенные условия тоже. Это наша ракетница, да? Нет, немецкая. А, немецкая. Сколько она? 7. А ствол, наверное, вот этот делали уже, да? Да, уже это так, так сказать, уже из обычного алюминия приварили. Так, там сгнило. Да, товар интересный. Ребят, почем? Почем это? 150 рублей, 150. Тут тоже. Ну, ты же в ремонтик, но по 150. Ну, его можно сделать? Как думаешь? Я не знаю. Увидел? Нет. Они его прямо где стояли? Серега и Виталий. Друзья, все-таки купила себе эту щеточку прикольную для реставрации. Хочу еще поснимать видео, как реставрирую там кроссовки. В общем, Серега мне уступил, взял за 1500 серебро. Крутая вещь, так что скоро еще видео посмотрите, как я реставрирую вещи. Ну все, друзья, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь, кто не подписан. Всем пока, новые выезды не за горами.